Смотрите, вот такая вот приманочка. Приманочка, между прочим, 9 сантиметров. Всю я съел, такой красавчик. Так, снова всем привет. Две такие распаковочки у нас сегодня пришли, посылочки китайские. Единственное, я забыл, чем разрезать. Сейчас что-то найду. Не взял мультитул у меня. Ладно, возьмем вот отвертку, у меня тут есть. Тоже китайская, в Китае заказывал. А так я вообще-то мультитульчиком стараюсь. А, ну тут, в принципе, вот у нас есть уже немножко порванная. Сюда, ребята, смотрите, неповрежденная. Сюда смотрите посылочки, чтобы были целые. Если что, пусть распаковывают вам. Так, секунду. Сейчас у нас раз и два, две штучки. Так, ну это у нас рыбалочка все. А, и вот две лампочки приехали. Ну, уже было, правда, на канале. Давайте с лампочек начнем. Так, продолжаем наши распаковки. Приманочки пришли опять мне. Сейчас покажем вам. Пупырки, что интересно. Силиконовые пупырочки. Так, есть контакт. Как видите, это уже есть у меня распаковки, эти уже были. Вот этот цвет, конечно, шикарный. Шутрессовский. Вообще цвет что надо. Единственное, бывают они немножко кривоватые. Я их потом выравниваю. Как выравнивать, я думаю, вы знаете. Вот если кому непонятно, пишите внизу. В комментариях расскажу потом. Или сниму видео. А так. 3 дюйма. Копия Тиоги. Вот этот цвет лох. Самый уловистый у нас. Ну и вот эти тоже в последнее время на шортрес. Этот цвет тоже лобы, тоже классненько отлавливает. Итак, еще одна приманочка. Тоже копия. Тоже в пупырке, что интересно, пришла. Вот. Тоже вот такую вот фирму я Мародит уже не первый раз заказываю. То у меня были побольше, это поменьше. Ларвочки. Тут не написано, как название их китайское. Вот такого плана. Ларвочки. Прикольная, кстати, ларва. Вот этот цвет. Самый у меня уловистый. Ну, стоит, кстати, не дешевле, чем у нас. У нас здесь. Двойной цвет. Написано, какая длина. По-моему, 65 я заказал. Точно не помню. Сейчас померяю. Да, 65 или 60, чтобы все 60. 60, да? Угу. Вот такой вот размерчик. Все, забываю показать вам. Смотрите. Здесь вот в них, в этих оборунок, такая выемка там. Четко сюда подходит крючок. Это у меня, по-моему, 34, по-моему, миллиметра. Вообще четко ложится сюда. Вообще бомба. Четенько. Сейчас попробуем немножко цвет изменить. Смотрите, вот такая вот приманочка. Приманочка, между прочим, 9 сантиметров. Всю я съел, такой красавчик. Грамм 350, наверное. 400, красавчик. Ух. Вот такую вот красавицу съел. В прошлый раз работала светленькая, это раз темненькая. В общем, кому надо, ссылочки внизу под видео смотрите.